Снова с вами мы, канал Dog People, собаки и люди. И сегодня мы вам расскажем о том, как и зачем собаки чистить уши. Начнем с общей информации. Чистить и вообще ухаживать за ушами собаки – это очень важно. Особенно это важно, если уши у собаки длинные, не купированные, ну или не положено быть по породе купированным. Там чаще всего скапливается содержимое, похожее на содержимое ушей у людей, такая же сера. И ее необходимо вычищать, иначе там заводятся всякие народные вещи, которые собаке не нужны – бактерии или грибы. У собак, в отличие от людей, не бывает простудных отитов. Отиты у собак – это всегда следствие каких-то общих проблем. Чаще всего это проблемы с аллергией. Из-за того, что у собаки начинается аллергия, увеличивается количество отделений. И если не чистить уши, то вы можете получить серьезную проблему, а именно отит. Ухи! 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 Что нужно для того, чтобы почистить уши у собаки? Нужно средство для чистки ушей. Не обязательно они должны быть такие, какие я вам сейчас показываю. Я взяла для примера два разных типа средств для чистки ушей. Это средство, имеющее пипетку, вот она, которую можно засунуть в ушной канал и правильно закапать средство. Второй тип средства для чистки ушей – это аэрозоль. Вы его несколько раз встряхиваете и получаете специальную пену для чистки уха. Ну, она сейчас немножечко у меня тут застоялась. Еще одна вещь, которая нужна – это ватные диски, которыми, собственно, вы и будете чистить ухо. Когда вы выбираете средство для чистки ушей, вам важно понимать, что оно должно быть именно косметически. Если вы ничего не лечите у собаки, а просто наводите там порядок. Да, очень вкусная штука. Средства для чистки ушей, они вообще делятся на две большие группы. Это лечебные средства, если у собаки уже есть проблемы, и они содержат какое-то лекарственное вещество. Если собака ваша здорова, и вам нужно просто провести какие-то гигиенические мероприятия, то, конечно, вам нужно выбирать средство просто косметическое. И об этом нужно либо почитать на упаковке, на инструкции, либо сказать об этом продавцу, который поможет вам выбрать правильное средство. Итак, как чистить уши. Наш сегодняшний подопытный кролик – такса по имени Проша. Тренируйся лучше. На кошках. Вот у него какие длинные уши. Уши грязные. Можно здесь это увидеть. И сейчас мы будем их чистить. Мы берем средство с длинной пипеткой. Открываем ухо, чуть-чуть подтягиваем его. Для чего подтягиваем? Чтобы выпрямился ушной канал. Запускаем туда и выливаем туда средство. Если вы обратили внимание, вот он потрясся, это ничего страшного. Как раз там распределилось все по ушной раковине. Вот примерно такое количество на такого размера собаку. Затем я беру ватный диск, делю его на две части. Вот такая махристая часть остается внутри, наматываю на палец. И насколько влезает мой палец, я не травмирую ему ухо, не лезу слишком далеко. А вот там вот тщательно вычищаю. Вот какая тряпочка становится. Вот это все жило у него в ухе, и если бы я не чистила ему уши, то там бы, конечно, завелась всякая гадость. Второе ухо мы почистим другим средством. Вот таким вот лосьоном. Я его встряхиваю как следует. У него вот специальный носик, насадка. Опять открываю ухо и делаю несколько нажатий. И мну ухо для того, чтобы распределить. Не мешай, кидуш. Для того, чтобы распределить как следует это средство. Далее
Опять беру ватный диск, разделяю его на две части, наматываю на палец. И опять чищу, чищу, чищу. Вовсе не значит, что ваша собака, если она не приучена чистить ухо, видите, опять какая гадость. Ваша собака, когда вы начнете делать эту процедуру, поверьте мне, рада не будет. Молодец, Паша, молодец, хороший. Похвалить обязательно собаку после этого. Вовсе не значит, что она будет счастлива. Она будет отбиваться, она будет сопротивляться. Брекаться, даже кусаться, звать милицию, кричать, я буду жаловаться в обком, но вы не обращайте внимания. Поверьте, вашей собаке не больно. Ей неприятно. И к этой процедуре, как к любой гигиенической процедуре, собаку надо приучать. Часто спрашивают, видите, мне очень хорошо, мы вычистили, еще есть у него. Поэтому я беру еще один кусочек диска и еще раз это делаю. В этом случае чистить уши собаки надо вдвоем. Один из вас держит, второй чистит. Вот теперь у Проши прекрасные чистые уши. Видите, ватка практически чистая, мы все сделали. Когда идет процесс приучения, очень важно после того, как вы почистили уши, рассказать собаке, какая она молодец. А еще лучше дать ей какой-нибудь кусочек.